Дед Мороз отметил свой день рождения. Главный волшебник страны принимал гостей в Тамилинском центре культуры и семейного досуга. Также прошел мастер-класс «Подарок для Деда Мороза». Юные гости рисовали открытки, загадывали желания и поздравляли именинника. Дедушка Мороз, пожалуй, самый любимый и необыкновенный герой. Главный символ Нового года и волшебства. 18 ноября он отмечает свой день рождения. И мы с ребятами готовим для него подарки. Поздравительные открытки в форме разноцветных шариков, колокольчиков и новогодних елок дети увлеченно стараются оформить как можно лучше. Параллельно гадают, а сколько же лет Деду Морозу на самом деле? 38. А я думаю, 50. А я думаю, 60. Когда открытки были уже готовы и настало время идти к Деду Морозу, дети отрепетировали поздравления. Сегодня единственный день, когда волшебник не дарит, а сам получает подарки. Дедушка Мороз был очень рад такому вниманию. Выслушал все поздравления и стихи, рассмотрел открытки и раздал детям сладости. Не обошлось без хоровода и всеми любимой новогодней песни. Декабря пройдет торжественное открытие новогодней елки в Тамилино. А в последних числах декабря театральная студия «Маски» при Центре культуры и семейного досуга устраивает традиционный новогодний уличный спектакль для детей и взрослых. И в этом году это будет волшебный сундук. То есть там будут также разворачиваться события зла и добра. Ну, понятно, что добро должно победить, а там кто его знает. До Нового года осталось чуть больше месяца. Готовиться к нему уже пора начинать. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.